года Николай Громов наносит ножевые удары жене и шестилетней дочери. Он уверен, что это смертельные ранения и поэтому скрывается с места происшествия. Все эти годы мужчина находился в розыске и прятался в тайге. Он был обнаружен всего несколько месяцев назад. И сегодня, впервые, спустя четверть века, он увидел глаза своей выжившей дочери. Смотрите, значит, следующее... То, что вы слышали, на самом деле в нашей избушке не происходило. Передача воспользовалась моим авторским каналом и нашей избушкой. А то, что происходило в нашей избушке и происходит, вы сейчас увидите. И часто эта избушка у нас фигурирует в наших походах, в наших репортажах, в моих роликах. Эту избушку мы построили втроем в 92-м году. Сейчас, внучка, посмотришь, включай фонарик и заходи, изучай избушку изнутри, как она выглядит. Включай, ну-ка, включила? Ну, вперед, вверх показывай. Ну и вот так вот. Пока у нас предварительно пол будем стелить еще. В этом году ягод немного, она есть, конечно, но чуть-чуть. Так, отрезками, островками растет. Немного мы ее побрали. Но так мы еще запланировали сделать кое-какие работы по избушке, подремонтировать, постелить крышу, покрытие новое из наждачки сделать. Пол постелить внутри избушки, печку опустить пониже, чтобы тепло понизу больше шло. И постелить под навесом пол. Так как елка рухнула, навес у нас разрушила, край сруба немножко помяла, печку немного перекосила. Сейчас мы крышу восстановили, осталось только покрытие поменять. И этим, наверное, мы займемся эти дни, пока здесь будем жить. В связи с этой криминальной историей, в которую попала наша избушка, я решил снять этот ролик в опровержение всему тому, что было сказано в начале. Об этом меня предупредили подписчики, написав в комментариях, что-то такое в твоей избушке 25 лет скрывался преступник, совершивший преступление. И вот только спустя такое-то время я решил этот ролик смонтировать, выпустить и кое-какие точки над «и» расставить. Надеюсь, все, кто смотрит этот ролик, поймут, что наша избушка никакого криминального прошлого не имеет. Ну, назвал я ролик, конечно, «Криминальная избушка». Есть у нас еще новая избушка, они как близнецы с этой старой. Ту мы строили в 92-м году, эту лет 20 спустя. Они похожи, и во многих роликах они у нас фигурируют. Кому интересно, можете посмотреть. Мы решили неделю, а то и две подождать, и после этого побрать. Ягоды не очень много, но тем не менее, для удовлетворения своих собственных. Так, для пробы, для детей, для внуков. Желаний хватит, как внучка говорит, бабин на кисель, на компот. Да? На компот набрали? Еще кому мы набрали? Для кого мы собирали? Вике набрали, да. Маленькой сестренке, которой 2 года. Она к нам, к сожалению, в эту даль попасть не может. Она сегодня маленькая еще в деревне. Мы ей привезем подарок в качестве ягод. Ну а сейчас в избушку. Как, да? Доберемся до избушки? Да. Домой-то быстрее бежится, да?
Да. Ну все, сейчас идем в избушку, печка у нас топится, и будем спать сегодня как убитые, да? Все, ладно, сейчас начнем работать. Вот такая крыша, и посмотрим, какая она будет в конце, да? Нам на крышу надо ее. Вот сейчас мы этот рулон разрезаем. Он был как? Цельный. Цельный был, да. Мы разрезаем, эти листы потом получается. Вот это у нас внутренняя сторона, водонепроницаемая. А вот это наждачная. Это отработанная наждачная бумага на матерчатой основе. Да. Вот сейчас мы эти 10 листов разрезаем, укладываем, чтобы она ровненько лежала, без загибов. И будем стелить. Планка нужна, Рика. Что? Нужна. Угу. Планочку давай, Вита. Держись за дедушку крепче. Как? Жучка за репку, репка за детку.
Все, Леша, не ходи. Ой, сынок. Спасибо. Не спасибо. Это у нас последний лист. Раз, два, три, четыре. Четыре листа. Раз, два, три, четыре. По 36 рублей на 4, 120. И еще, ну, 140 рублей, короче. 145 рублей вот эта половина крыши. Нам обошлась 145 рублей. И та сторона 145 рублей. Итого 290 рублей нам обошлась вот эта вся крыша. Вот из такого отработанного наждачного материала, водонепроницаемого, водостойкого, с наждачкой изнутри, непробиваемая, очень прочная. Вот, меньше 300 рублей покрытие крыши. Сейчас поставим только трубу и все. Ладно, будем считать, что нормально. Так, можно было, конечно. Ведь все хорошо. Сладим. Аккуратно. Смотри, не подскользнись. Держись за доску. За доску держись. Годовалый. Такое же полотно. Цвет только там серый. Смотрим, вроде нормально. За счет того, что печка работает. Печка работает, и вокруг трубы сухо. Немножко скучило лист, ничего страшного. Это шелуха сыпется, ее потом легко будет стряхивать. Thank you.
на доски. Доски. Планки носила. Планки только. Да. И благодаря твоей помощи мы... Это же кто-то должен был сделать. На целый день быстрее крышу-то постелили. А так мы бы только завтра ее сделали. А ты как бригадир у нас поторопила. Сказала, что нет, сегодня будем делать. Я буду помогать. И все, ты помогла, и мы сделали ее раньше. Вот и сейчас. Так что завтра раньше поедем к маме. Заслуженно. Ужинаем, кушаем и со спокойной душой будем спать. Да? Крепко будем спать. А ты же сегодня еще на болото же ходила. За брусникой. Забыла, что ли? А как будто вчера, да, это было? Видишь, какой день длинный, когда рано встанешь. В 5 утра. Да. Осторожно, не пролечай. Ну все. Ладно, будем ужинать дальше. Попей. В сказке можно покататься на луне и поймать перо жар птицы, глазки закрывай, баю-бай. Стелили даже пол. В тамбуре. В тамбуре. И сейчас мы уже обувь снимаем даже под навесом уже. Вот здесь вот мы снимаем обувь и заходим в избушку уже босиком. И здесь уже у нас пол. Вот вопрос о замечаниях на беспорядок везде. Да, брат говорит, видел на канале, что жалуются зрители многие, что у вас в избушке даже пола нет. Вот мы пол сделали в избушке, и дополнительно мы еще даже сделали пол под навесом. А все подвигнуло нас на это упавшая елка на тамбур, на этот навес. Так что смотрите, кому интересна причина, почему мы постелили пол старой избушки, которой уже 25 лет. Цель нашего приезда в избушку была постелить новую крышу, закрыть отработанная наждачная бумага на матерчатой основе. Посмотреть, побрать бруснику, которая не дошла еще недели две, наверное. Надо ждать, она однобокая, красно-белая. С этой стороны крыша так выглядит. Наждачкой вниз, матерчатой основой вверх. Чтобы не прилипала сверху хвоя, ветки, сучки, чтобы не скатывались, ползали. На наждачке оно будет все задерживаться. И еще была цель заодно постелить пол внутри избушки. Но план перевыполнили и постелили пол под навесом. Навес у нас зимой. Вот эта ель накрыла навес и половину крыши повредила. В связи с этим мы крышу обновили, заодно постелили пол под навесом и постелили пол внутри избушки и заодно еще опустили ниже печку, которая будет уже протапливать больше
большую часть избушки, нижние бревна вот, будут меньше прогнивать, так как она опустилась ниже. И сейчас мы собираемся и отъезжаем. Погода хорошая, градусов 20, обещали дожди, но нам повезло. Тайга, болото и топи. Тайга, в душе словно ноты. Хороший Алтай, но тайга — это рай. И даже сейчас непознанный край —